Добрый день, дорогие друзья! Ферма семейная «Омская ягода». Приступили мы к чистке ягодников. Здесь второгодки у нас высажены на пленочке. Дорожки от межрядия укрыты черной мульчой от сорняка. Вот мы приступили чистить. Сейчас мы покажем вам щеточка новая. Покажем, как она будет чистить клубничку. Давай, заводи. Какая красота! Так выглядит щетка. Отлично! Ребят, у кого большие объемы, это вообще замечательно. На два раза вот мы проходим. Понятно, что остаются вот эти все торчать бобылки эти, но тут уже гораздо проще их секатором где-то обрезать. Вот, поэтому вручную так не очищать каждый лист, поэтому очень даже рекомендуем. Кому нужно будет, пишите, я ссылочку скину. Так мы не рекламируем ее, просто показываем, классная вещь.